первый день весны в Твери на территории муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой» открылась традиционная выставка-продажа цветов. Работать она будет вплоть до 8 марта включительно. До пятницы павильон будет открыт с 8 утра и до 7 вечера, на предстоящих выходных с 9 и до 17, затем в понедельник и вторник снова с 8 утра и до 7 вечера. Ну а в сам праздник 8 марта цветы там можно будет купить с 8 и до 16 часов. Там же организована фотозона для того, чтобы посетители могли сфотографироваться среди весенних цветов и приобрести букет. В этом году на нашей выставке представлено более 20 сортов тюльпанов. Это такие традиционные сорта, как Strong Gold, Strong Club, Laptop, White Flag, Валерий Гергиев и другие.